Качество дорожных работ проверяют и представители муниципальных органов власти. Напомним, что речь идет, среди прочего, и о таких критически важных для города магистралях, как Волоколамский проспект, Южный мост. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Тверская площадь – один из значимых объектов. Ведь здесь, в свободном переулке, готовится к открытию областной дворец бракосочетания. Работы ведут одновременно три подрядчика – по благоустройству, по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части и устройству тротуаров. В настоящее время в рамках нацпроекта БКД работы ведутся на 50 объектах в каждом районе города. 45% от их количества близится к завершению. Все работы у нас ведутся параллельно. Сейчас мы работаем в центральном районе, это по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В это же время на территории Заволжского у нас уже подрядная организация наносит дорожную разметку и устанавливает искусственные неровности. На ряде объектов в Заволжском районе, это 6 объектов, а работы полностью завершены. И у нас процент выполнения 100%. Вот на следующей неделе состоятся уже рабочие комиссии. В числе тех объектов, где работы по нацпроекту практически завершены, Волоколамский проспект. От проспекта Победы до улицы Коминтерна здесь заменили асфальтобетонное покрытие. Нанесли дорожную разметку. По данному объекту у нас не завершены работы по установке бортового камня. Также на следующей неделе подрядной организации будет продолжен ремонт Волоколамского путепровода в створе Октябрьского проспекта и Волоколамского проспекта. Также подъезды к данному путепроводу со стороны улицы Коминтерна. Качество работ находится под серьезным контролем. За процессом пристально наблюдают сотрудники Департамента дорожного хозяйства администрации города, специализированные надзорные организации, а также общественники. Мои коллеги достаточно активно участвуют в вопросах и контроля качества, и приемки, высказывают свое мнение, собирают мнение от жителей. То, что сейчас происходит, такое вовлечение инициативы и депутатов, и жителей, это очень классно. Взаимодействие власти и жителей такого, на мой взгляд, не было. Все недочеты и замечания, которые могут быть выявлены комиссией, подрядчик исправит в рамках гарантийных обязательств.